27 мая 2018 года, автодорога Кола, 51 километр Кировского района Ленинградской области. Около 12 часов 5 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на стоящее транспортное средство ВАЗ-2111, водитель которого совершил остановку перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, переходившего проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, водитель ВАЗ-2111. Комментировал командир первого взвода второго отдельного батальона, капитан полиции Боровков.